секреты успешного урожая: как выбрать правильный сорт растений для своего огорода. Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о важности выбора правильных сортов растений для вашего огорода. Узнаете, какие картофель и помидоры подходят лучше всего для вашего региона, почему учет локальных особенностей так важен, и какие стратегии выбора помогут вам получить обильный урожай. Не упустите возможность улучшить свой урожай и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие полезные советы. Не забудьте поставить лайк, если видео оказалось для вас полезным. Приятного просмотра! Как выбрать сорт картофеля, чтобы получить богатый урожай? Выбор правильного сорта растений для вашего огорода и сада ⁇ важный момент, определяющий будущий урожай и качество продукции. Когда дело касается картофеля, учитывайте не только климатические условия на вашем участке, но и особенности самого сорта. Например, существуют ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта, каждый из которых имеет свои особенности и силы. Ранние сорта готовы к урожаю уже через два месяца после посадки, что особенно актуально для тех, кто хочет получить быстрые результаты. Одним из ключевых моментов при выборе сорта картофеля является его устойчивость к заболеваниям. Некоторые сорта обладают высокой устойчивостью к различным инфекциям, что поможет вам избежать потерь в урожае. Также обратите внимание на вкусовые качества и возможность длительного хранения картофеля. Это важно, если вы планируете сохранить урожай до следующего сезона. Следует помнить, что некоторые сорта картофеля более требовательны к почве и уходу, в то время как другие могут произрастать даже при минимальном уходе. Поэтому, перед выбором сорта, оцените свои возможности по уходу за огородом и выберите тот сорт, который будет наиболее подходящим именно для вас. Помните, что правильный выбор сорта картофеля – залог успешного и богатого урожая на вашем огороде. Секреты подбора сортов помидоров для различных климатических условий. Для успешного выращивания помидоров необходимо учитывать климатические особенности вашего региона. Важно выбирать сорта, которые приспособлены к местным условиям, высокая или низкая температура, влажность воздуха, количество солнечных дней. Например, для прохладных регионов подойдут сорта с коротким сроком созревания, позволяющие получить урожай даже в условиях недостатка солнечного света. В жарких климатических условиях рекомендуется выбирать сорта помидоров, устойчивые к высоким температурам и засухе. Такие растения будут лучше переносить абсолютное отсутствие дождей или недостаток влаги, что обеспечит урожайность и качество плодов. Некоторые сорта могут быть выносливыми к засухе благодаря развитой корневой системе или специфическим свойствам листьев. Помимо климата, стоит учитывать и другие факторы, влияющие на выбор сорта помидоров. Например, для открытого грунта лучше выбирать определенные сорта, чем для тех, кто собирается выращивать помидоры в теплице. Также стоит учитывать потребности воды и уровень удобрений, которые требуют те или иные сорта помидоров. Кроме того, последние новинки сортов помидоров могут предлагать улучшенный вкус, устойчивость к болезням или повышенную урожайность, что также стоит учитывать при выборе. Почему важно учитывать локальные особенности при выборе сортов овощей? Локальные особенности, такие как климат, почва и доступность воды, имеют огромное значение при выборе сортов овощей. Некоторые растения лучше всего растут в теплом и влажном климате, в то время как другие предпочитают сухой воздух и ясное солнце. Выбор сортов овощей, учитывающих эти факторы, позволяет получить более обильный урожай и улучшить качество продукции. Помимо климата, почвенное покрытие также играет важную роль в успешном выращивании овощей. Некоторые сорта предпочитают кислые почвы, в то время как другие нуждаются в щелочных условиях. Знание характеристик почвы позволяет оптимизировать удобрения и подкормки, что влияет на здоровье растений и их плодоношение. Одним из ключевых факторов, который нужно учитывать при выборе сортов овощей, является доступность воды. Некоторые растения более устойчивы к засухе и могут хорошо произрастать в условиях ограниченного полива, в то время как другие требуют регулярного увлажнения. Адаптация сортов овощей к особенностям водоснабжения помогает избежать проблем с урожаем и сохранить ресурсы. Важно учитывать, что различные сорта овощей могут иметь разный вкус, текстуру и питательные свойства в зависимости от локальных условий. Выбор наиболее подходящих сортов с учетом местных особенностей позволяет получить полезные и вкусные продукты, а также способствует сохранению биоразнообразия и сохранению среды обитания. Стратегии выбора сортов ягодных культур для дачного участка Выбор сортов ягодных культур для дачного участка требует тщательного анализа множества факторов. Один из ключевых моментов ⁇ учитывать зону зимостойкости растений, чтобы обеспечить сохранность культур в холодные месяцы. Кроме того, важно выбирать сорта ягод, которые будут хорошо адаптированы к климату и почвенным условиям конкретного района. Рассмотрение данных факторов позволит добиться более устойчивого и качественного урожая. Для успешного выращивания ягодных культур на даче также необходимо учитывать особенности почвы. Некоторые сорта предпочитают определенный уровень кислотности или влажности почвы, поэтому важно провести анализ и подобрать растения, которые лучше всего будут процветать в данном участке. Это позволит улучшить плодоношение и качество ягод. Одним из интересных фактов является то, что правильный выбор сортов ягодных культур может не только обеспечить обильный урожай, но и привести к экономии времени и усилий на уходе за растениями. Например, выращивание морозостойких сортов позволит избежать необходимости укрывания кустов на зиму. Это позволит сэкономить время и уменьшить трудозатраты на уход, делая процесс выращивания ягод более эффективным. Итак, стратегия выбора сортов ягодных культур для дачного участка требует комплексного подхода и учета множества факторов, начиная от климатических особенностей и заканчивая почвенными характеристиками. Эта грамотная стратегия поможет обеспечить успешное выращивание ягод и получение высококачественного и обильного урожая на вашем участке. Каким образом правильно подбирать сорта зелени и овощей для длительного сезона урожая? Существует несколько ключевых принципов, которые следует учитывать при подборе сортов зелени и овощей для обеспечения длительного сезона урожая. Один из таких принципов ⁇ разнообразие сортов. Выбор различных сортов позволит рассредоточить созревание овощей и зелени на протяжении всего сезона, обеспечивая постоянное наличие свежих продуктов на столе. Это также позволит избежать периодов изобилия, когда в один момент созревает слишком много продукции. Другим важным аспектом является учет климатических особенностей региона, где находится сад или огород. Подбор сортов зелени и овощей, которые лучше всего адаптированы к местным условиям, позволит добиться более стабильного урожая и сократить риск потерь из-за неблагоприятных погодных условий. Для этого важно изучить характеристики различных сортов и выбрать те, которые наиболее подходят для конкретного региона. Не стоит забывать также о важности выбора сортов с разными сроками созревания. Этот подход позволит распределить урожай по времени и обеспечить появление свежих овощей и зелени на протяжении всего сезона. Важно проследить логику посадки для обеспечения последовательного созревания различных культур, что позволит избежать недостатка продукции в определенный период и наслаждаться свежими овощами и зеленью на протяжении всего сезона. Секреты успешного урожая ⁇ как выбрать правильный сорт растений для своего огорода. Благодарим вас за просмотр нашего видео о выборе правильных сортов растений для огорода. Мы надеемся, что полученная информация поможет вам достичь обильного урожая. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних советов по сельскому хозяйству и огородничеству. Не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать наш труд и помочь другим садоводам найти этот полезный контент. Спасибо за внимание и до новых встреч!